Привет, друзья! Наземные испытания нового российского вертолета АП-55 проведут в 2022 году. Вертолет разработан компанией «Авиапроект» совместно с концерном КМС. Конструкция АП-55 предельно проста, но среди технических решений есть и запатентованные новинки – несущая система и трансмиссия. АП-55 – пятиместный многоцелевой вертолет сосной схемы с газотурбинным двигателем. Сосная схема более безопасна для обслуживающего персонала. Вертолет имеет меньшие габариты, обеспечивает меньший расход топлива по сравнению с одновинтовыми вертолетами. Полезная нагрузка вертолета до 600 кг. Вертолет оснащен современным пилотажно-навигационным оборудованием. Предварительно известно, что вертолет будут оснащать высоконадежным двигателем Rolls-Royce модель 250C20BJ мощностью 420 лошадиных сил. Двигатель имеет модульную конструкцию, что облегчает его ремонт и эксплуатацию. Несмотря на использование иностранного мотора, создатели утверждают, что в данном ценовом сегменте вертолетов нет равных. Скорость вертолета около 265 км в час, а дальность полета составляет 515 км. Максимальная высота полета 4200 метров. Вертолет будет использоваться для пассажирских и грузовых перевозок, патрульных и поисковых операций МЧС, а также в туристическом бизнесе. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветим все.